Итак, здравствуйте, дорогие студенты, дорогие гости нашего мастер-класса. Я представляю вам нашего спикера. Это профессионально сертифицированный тренер, педагог, который провел более 1700 тренингов по мастерству деловых, публичных, переговорных и контрконфликтных коммуникаций, руководитель школы ораторского мастерства и речевой самообороны в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Казань, Ульяновск, ведущий тренер, лицензиат университета риторики и ораторского мастерства Руслан Хоменко. Прошу любить и жаловать. Окей, я себя представляю гораздо проще. Руслан Хоменко больше 20 лет обучаю людей публично выступать и грамотно конфликтовать. Сегодня у нас в плане... Друзья, проходите, прям быстренько места занимайте. Сегодня у нас в плане два мастер-класса. Один по управлению конфликтными коммуникациями и потом мастер-класс по ораторскому мастерству. И прежде чем начнем наш мастер-класс по речевой самообороне, давайте с вами как-то договоримся, как будем действовать, и вперед. Я так понимаю, у нас полтора часа есть. Все в согласии? Да, телефоны в неслышный режим. Кто забыл? Вопросы, просто поднимайте руку, я увижу, я спрошу. Да, очень здорово, если у вас будут вопросы. А на тему конфликтов чаще всего вопросы какие-то есть. Есть такая просьба, предложение необычное. У меня есть предложение общаться полтора часа на «ты». Поднимите руки, кто возражает. Вообще без проблем. Все. Я понял, я к тебе уважительно на «ты», ты ко мне на «ты». Полтора часа проводим, говоря о конфликтах вот в таком режиме, просто в общении. Ну и, наверное, все, погнали. Итак, первый вопрос, что такое конфликт с твоей точки зрения? Все вопросы верные, поэтому можно просто руку поднимать и отвечать, чтобы я видел, откуда. Конфликт это? Столкновение интересов. В словарях, если посмотреть, очень близкое определение, там столкновение интересов, точек зрения, взглядов, позиций, идей и так далее. А поднимите руку, кого такое было. Столкновение точек зрения, взглядов, идей, позиций есть, а конфликт не чувствуется. Ну, то есть, воспринимаете это как, не знаю, как игру, как само собой разумеющееся. Я всегда делаю вывод, не очень точное определение в словарях пишет. Ладно, давайте дальше. Конфликт это. Что, все? Закончились идеи? Друзья, пойдем от обратного. Врачи среди вас есть? Хорошо, задам вопрос. Что такое болезнь? Нарушение. Если бы... О, нарушение. Ух ты, изучали? Нет. Если бы среди вас были врачи, по опыту вот эта пауза бы тоже была, вспоминая словарное определение. Да. Но я задаю им и вам задам другой вопрос. Как лично ты понимаешь, что ты заболел? Не думай, прям отвечайте. Нет, температура, плохо чувствуешь себя. Ну это потом, а вообще по ощущениям, согласны? Можно ли сказать, что болезнь это когда ты себя плохо чувствуешь и называешь какую-то часть тела? Да, нет? Смотри, нет. Не точно, не научное определение, но очень понятное. Согласны? Да, нет? Да. Тогда я вам задам вопрос точно так же, как и про болезни. Как вы понимаете, что вы в конфликте? Как ты понимаешь, что ты в конфликте? Исследуем эту тему. Некомфортно. Ну давайте, некомфортно еще. Дисбаланс. Чувствуешь. Где, в какой части тела? В локте, в пятке? А дисбаланс? Прям дисбаланс? Чувствуется у меня чего-то, микрофон дрожит, мне кажется. Ага. Громкий слишком, может быть, убавить чуть. Да, да. Ну, хорошая философская точка зрения, да, мы так или иначе живем в конфликте. Есть люди, которые специально в них, ну так, впираются, по-молодежному говоря, и без этого не могут. Ну, наверное, не всегда все-таки. Все-таки есть такое понятие, как, ну, там, спокойствие, равновесие, баланс и так далее. Наверное, хотя вы тоже, наверное, чувствуете это конфликт. Да, что-то не то, слишком спокойно. Ладно, однажды в Новосибирске одна дама так сказала на вопрос, что такое конфликт. Она говорит, вот здесь гадненько, значит конфликт. Слово гадненько не очень употребимо, но давайте его заменим. Дискомфортно дальше. Неприятно. Неприятно еще. Ну, поехали. Обидно это конфликт? Да. Да, горько конфликт? Да. Страшно конфликт? Да. Мысль понятна. В речевой самообороне, а речевая самооборона создавалась в свое время мной. Речевая самооборона такая универсальная технология управления конфликтными коммуникациями. То есть, другими словами, это технология управления коммуникациями, то есть, когда тебе кто-то что-то говорит, и тебе от этого дискомфортно. Давайте этим словом будем пользоваться. Да, наверное, гадненько это не очень употребимое слово, и, может быть, слушатели как-то мне на тренингах сказали, Руслан, у меня слово гадненько уже гадненько. Так вот, в речевой самообороне простое определение. Как только тебе в этой области где-то дискомфортно, ты уже в конфликте. Ответьте мне, пожалуйста, самый простой ответ. Как ты понимаешь, что тобой манипулируют? Да, ну, давайте, быстренько вообще. И это потом, а сначала? Ну я же вам сказал, как только где-то здесь дискомфортно, значит манипуляция.
Самое простое. Все остальное, это уже, конечно, формальные признаки, например, ограничение по ресурсам или почему-либо, это уже признак манипуляции, так или иначе. Но у нас всего лишь полтора часа, и поэтому глубоко вникать не будем. Вопрос какой-то или ответ? То есть, другими словами, дискомфорт. Давайте так, обобщим все, условно, те эмоции, которые сигнализируют, что что-то не так, словом дискомфорт, хорошо? Итак, определение конфликта – это когда тебе где-то в этой области становится дискомфортно. Мастер-класс небольшой, поэтому просто несколько рекомендаций про эту область нужно. Так вот, первое. Как обычно у россиян называется вот эта область? В свое время, когда речевую самооборону начал создавать, это было больше 10 лет назад, а началось все с запроса на ораторских тренингах. Руслан, что делать, когда хамят, посылают, возражают, заставляют, требуют, не выполняют? Как попросить, чтобы не отказали? Как отказать так, чтобы... кошки на душе не скреблись. Как признать свою неправоту и себя не слить? Да, вот сегодня такая новость. Ксения Собчак признала свою неправоту. Ну, там сказали, извинилась. Не будем говорить перед кем. Вот, и так далее, и так далее. Интересно, как себя Ксения Собчак чувствовала в этот момент. И вот эти самые щепетильные речевые коммуникации, собственно, объединились в направлении, которое называется речевая самооборона. Речевая самооборона вообще товарный знак, много зарегистрирован. Книга есть по речевой самообороне, кому интересно, прям вперед. Кого заинтересует сегодняшний мастер-класс. Так вот, я в свое время подумал, кто я такой, чтобы людям о душе рассказывать, и назвал это эмоциональный центр. Интуитивно понятное название? Да? Ну и все. Так вот, несколько рекомендаций про эмоциональный центр. Слайдов на эту тему нет, но просто запоминайте. Нужно знать, где твой эмоциональный центр. Чаще всего методом, опытным методом, да, или на тренингах мы просто смотрим, чаще всего люди руку тянут или центр груди, или область горла, или область желудка. Я сейчас сказал, скорее всего, как-то определили. Так вот, первая рекомендация про эмоциональный центр. Нужно знать, где твой эмоциональный центр. Сразу вопрос, зачем? Да. Это такой же вопрос, как зачем человеку знать, что у него аллергия на что-либо? Глупый вопрос, правда? А давайте попробуем ответить, потому что не все так очевидно. Правильно, если человек знает, на что у него аллергия, скорее всего, он этим процессом может управлять. Правильно? А если он не знает, то этот процесс управляет им. Ну, процесс с названием аллергия. Или явление, как угодно можно назвать. Правда? Так вот, можете себе какое-то правило на ус уже накручивать. Ты можешь управлять только тем, что ты заметил. Все. Ты можешь управлять только тем, что ты заметил. Следующий мастер-класс, например, будет по ораторскому мастерству. И среди инструментов есть такой очень интересный, нежелательный, но необходимый инструмент для понимания. Это слова-паразиты. Как вам кажется, слова-паразиты люди произносят? Они знают, что они их произносят? Да или нет? Конечно. Назовите любые слова-паразиты. Чуть-чуть заглянем в следующий мастер-класс. Короче. Номер один. Да, даже словом-то особо не назовешь. Да, значит, как бы, блин, ну, а там дальше абсолютно любые. Мать, капец, матерные слова даже не называем. Так вот, первое, замечено мною как тренер, да, собственно, об этом все говорят. Люди произносят слова-паразиты. Номер один причина, потому что просто не знают, что они их произносят. И, соответственно, управление словами-паразитами начинается с чего? Шаг номер один. Заметить, что ты их произносишь. А как это можно заметить? Обратить внимание? Узнать сначала, что. А как узнать? Записи. Ну вот, наконец-то дошли. Это раньше, 10 назад мы говорили, попроси кого-то, пусть последит, запишет, посчитает количество слов на 5 минут выступления. А сейчас, пожалуйста, диктофоны в каждом гаджете, согласны? Не обязательно даже видео записывать, просто можно аудио. И все. И номер один это заметить. Ну раз уж со словами-паразитами, давайте гештальт закроем. Что там дальше? Если ты заметил, что есть слова-паразиты, что дальше делать? Вычищать. Как это вычищать? Бороться еще, скажите, ага. Еще. Найти альтернативу, давайте ее быстро найдем. Там всего лишь одна альтернатива. Избавиться это как? Тренироваться. Чему? Значит, следующий мастер-класс будет для вас полезен. Друзья, там все очень просто, не надо ничего заменять. Если иногда говорят, нужно заменить на какое-то другое слово. На какое? Здравствуйте, меня зовут Руслан, сегодня у нас мастер-классы. Давайте, на что заменить? Здравствуйте, вот меня вот зовут, вот что? Да. Здравствуйте, солнце, меня солнце зовут, солнце. Понимаете, любое другое слово станет словом-паразитом. Так вот, на что заменить? Ну, на смысловую паузу. Здравствуйте, меня зовут Руслан, сегодня у нас мастер-класс, ну и так далее. Ясно? Ну это так, следующий мастер-класс, возвращаемся к конфликтам. Первое, нужно знать свой эмоциональный центр. Все, здесь или здесь. Моя рекомендация, как его найти. Дома включайте любой душещипательный фильм. Руки не поднимайте,
Те, у кого нет душещипательного фильма. Сидите, думайте, что делать надо. Да? Поднимите руки, кто, у кого есть хоть какой-то душещипательный фильм. Вот, все люди, все нормальные люди. Все, это нормальное проявление. Так вот, все режиссеры, сценаристы стараются для того, чтобы нас зацепить за эмоциональный центр. Правда? Но только в другом контексте. Правильно ведь? А есть люди, которые нам хамят, посылают, возражают, они тоже нас за что-то цепляют, но почему-то нас это выводит. Почему-то с душещипательными фильмами все вроде как хорошо, да-да-да, а с речевыми нападениями плохо. Так вот, включайте любой душещипательный фильм и заранее просто присматривайтесь. Присматривайтесь, где ёкнет. Есть такое русское слово «ёкнуло». Где ёкнет, там твой эмоциональный центр, скорее всего. А дальше наблюдайте за собой. К сожалению, люди знают себя с точки зрения физической, как выглядит, где у них там рабочая сторона фотографирует, а вот с точки зрения внутри не знают. А не знают, значит что? Легко попадают на разные уязвимости. Так вот, первая рекомендация – нужно знать, где твой эмоциональный центр. Второе – нужно знать его особенности. Другими словами, за что тебя можно зацепить? Вот особенности – это ответ на вопрос, за что лично тебя можно зацепить. Давайте просто, за что людей можно зацепить? Не про тебя, а других людей. Ну что такое сделать, чтобы они раз и начали выводиться на эмоции? За живое. За живое. А что такое живое? Вот давай расшифруем слово живое. Ну? Больное. А что является больным? Триггер. А вот триггер, да, можно сказать, что триггер, но а что является триггером? Для одного триггера одно, для другого другое. Дальше. Личные проблемы человека. Личные проблемы. А можно давайте все-таки не проблемы, а ценности. Ценности, друзья, зря вы формулируете это через проблемы. Ценности. Друзья, все, что тебе, все твои ценности делают тебя тобой. Одновременно с этим делают тебя что? Уязвимым. Уязвимым. Ценности. Есть другое понятие. Психокомплексы. Посмотрите в интернете, полистайте. Психокомплексы – тонкие струны человеческой души. Если кто-то затронет одну из струночек, у тебя пойдет что? Ну, кто на гитаре когда-то играл? Струнку дернул, все остальное что начинает? Вибрировать. Вот по большому счету здесь начинает вибрация. И что? Формул я сегодня вам никаких показывать не буду, хотя я всегда говорю, любая коммуникация – это физика, химия и математика. Химия с точки зрения гормонов, физика – мы живем на Земле, здесь всеобъемлющие физические законы Ньютона работают. Ну, а про математику давайте. Одна из формул. У нас есть эмоциональный центр, но у нас есть рациональный. Как они связаны между собой? Никогда не задумывались? Вспоминайте себя в любой момент, когда у вас много эмоций. Как у вас вот здесь? Пусто. Ну или близко к тому. У кого было такое? Тебе кто-то что-то сказал, ты прям сразу отвечаешь, а уже второй мыслью думаешь, что нужно было ответить что-то другое. У кого такое было? А все остальные что, сильно тренированные, значит, да уже? Паузу умеете держать. Так вот, смотрите, второй мыслью думаешь, что нужно было ответить что-то другое, ага, а через 5 минут думаешь, вообще нужно было по-другому ответить. Энергия поднимается. А домой приходишь, думаешь, вообще нужно было по-другому говорить, да, почему? Потому что, оказывается, вот этот нюанс я там не заметил и так далее. Чем больше времени есть на обдумывание, тем больше рацио включается. Рацио, эмоцию 100%. Как только у тебя здесь становится много, здесь становится мало, и ты делаешь такие вещи, о которых потом или жалеешь, или оправдываешь. Сильные люди жалеют. Сильные – это те, кто берут на себя ответственность. Жаль, надо тренироваться, я повелся и так далее. А те, которые оправдываются, что они говорят? Это не я, так получилось, меня подставили, мной манипулировали. Да, то есть ответственность перекладывают на кого-то другого. Так вот, первое, нужно знать, где твой эмоциональный центр, второе, его особенности. Смотрите в интернете тему психокомплексы, их больше 20. Темы психокомплексы хорошо оперирует кто? Ну, давайте, назовите профессию, которая, собственно, живет на знании этих струночек и как людей задеть. Да ладно, психологи, наоборот, их расслабляют. Ну, психотерапевт, смотря, там психотерапевты, психологи есть разные. Например, если трансформационные, они как раз что делают? Дергают, так, чтобы у человека уже, ну, такая струнка была, или расслабилась, или уж сильно напряглась. Юристы. Юристам-то зачем? Медиа-трансформация. Ну, ребята, ну, да, люди вашей профессии, это первое, потому что другое смотреть неинтересно, а второе – это рекламщики. Номер один – это рекламщик. Включайте рекламу, практически каждая, может быть, 90, больше 90% это каждая реклама бьет в какой-то психокомплекс. Будь то это жадность, будь это тщеславие, будь это, ну, в общем, вы поняли, страх или что-то такое. Так что тему психокомплексов поизучайте. Поизучайте. Так вот, и третья рекомендация. Кто смотрел фильм «Буратино»? Давайте тему психокомплекса завершим. Там есть одна замечательная песня Булата Акуджавы, если знаете такого автора. Исполняют ее два персонажа. Кот Базилио и Лиса Алиса. Давайте вспомним припевы. На дурака не нужен нож, ему, например, покажешь медный грош, а дальше
и делай с ним что хочешь. Да, что такое медный грош? Это какой психокомплекс? Жадность. Алчность, жадность, конечно. Поднимите руки нежадные. На всякий случай, друзья, вы ошибаетесь. Изучайте тему психокомплексы. Жадность – это психокомплекс, это такая шкала. На одном краю шкалы матовство, на другом жматовство. Но это все жадность, и она по-разному проявляется. Она по-разному проявляется. Ревность – это проявление жадности? Да. А конкурентная борьба, желание конкурировать – проявление жадности? Да. Как ни странно, да. Чем лучше вы знаете свои психокомплексы, тем лучше вы собой управляете. Но люди, к сожалению, чаще всего интересуются, где у него там эта кнопочка, вместо того, чтобы свои изучить. Да, иногда психокомплексы струнки называют кнопками. Слышали такое понятие? Красные кнопки, где у него кнопки? Нажать кнопки, отжать кнопки. Как раз вот психотерапевты занимаются отжатием кнопки. Да, чтобы меньше вибрировал. Ну ладно, как-то мы на них застряли. И третья рекомендация. Первая, знать свой эмоциональный центр. Второе, свои психокомплексы. И третье, никому не показывайте свой эмоциональный центр и его особенности. Кроме одной категории людей. Кому надо показывать? Кому? Ох, к сожалению, родители, скорее всего, и так знают. Особенно мама. Вот есть у меня ощущение, что ваша мама – один из главных ваших манипуляторов в жизни. Да, я не буду вас поднимать руки, к сожалению, это так. Причем мамы это делают и не специально, и неосознанно, а только из благих побуждений. Да, кому интересно, можно кулуарно об этом поговорить. Поэтому мам надо любить, ценить, уважать, дарить подарки, сделать все, чтобы мама жила долго и счастливо, и с определенного момента на расстоянии все-таки. Хорошая рекомендация? Да. Я когда-то ее сам в детстве услышал, в юношестве, да, ну и постарался следовать таким рекомендациям. И очень люблю свою маму, и она мне тоже помогает, и мне, и брату. Но цепляет хорошо. Ладно, кому надо показывать, друзья? Давайте просто на примере со здоровьем. Кстати, я примеры со здоровьем провожу, я не врач, я не могу говорить как-то, ну вот, опосредованные знания, но я пользователь своего здоровья, так же, как и вы. Поэтому эмпирически мы с вами какие-то выводы делаем. Представь, что у тебя кариес. Будешь ли ты налево-направо ходить вот так, смотри, какая дырища. В детстве его так делали. Да, но детство – это детство, оно прошло. А кому ты точно свой зуб покажешь? И надо показать, чем раньше, тем лучше. Итак, друзья, моя вам рекомендация на тему эмоционального центра, и поехали дальше уже на тему конфликтов. Своего психотерапевта нужно найти тогда, когда он тебе не нужен. Поверьте, я вот специально сейчас держу паузу, чтобы вы просто вот поняли это. Я не буду просить вас поднять руку, у кого есть. И я знаю, что у него многих. И его нужно найти тогда, когда он не нужен. Точно так же, как своего юриста нужно найти тогда, когда он тебе не нужен. Точно так же, как своего врача, дантиста нужно найти тогда, когда он тебе не нужен. И умные люди, опытные, у них прям есть, они это по-разному называют, красная книжка. Да? И в этой красной книжке они собирают те телефоны и адреса тех людей, которые очень ценные, которых они передают только очень близким, нужным, важным для них людям. И там, конечно, есть телефончики одного-двух психотерапевтов. Не зря в каждой службе МЧС есть психотерапевт. Все, дальше сами додумывайте. Сегодняшний мастер-класс, он будет в виде пазлов. Вот мы немножко говорили про эмоциональный центр. Многим людям кажется, вот попадая в конфликты, у людей стоит вопрос, как ответить? Ну просто поднимите руки, кто где-нибудь в интернете забивал такой запрос. Как ответить на хамство, на посыл, на вопрос, на возражение? Было такое? Друзья, давайте вот чуть-чуть посмотрим в окончании мастер-класса, финиш. И рекомендацию я дам вам оттуда. Нужно искать не ответ на вопрос, как ответить, а ответ на вопрос, как смягчить коммуникацию. Ну, что-то там вибрирует. Как смягчить коммуникацию и что предложить. Где-то себе сейчас на подкорочку записывайте, или может так, и мы двинемся дальше. Так вот, все ищут, как ответить, а на самом деле все ответы это в себе. Ну, другой вопрос. Вот он сказал, а почему тебя это зацепило? Согласны же? Все мы разные. Вот представьте, сейчас сюда кто-то зайдет и всем нам нахамит. Но ведь кого-то зацепит, а кому-то будет вот все равно условно, будет ровно. Или зацепит, но человек не будет это показывать, он не будет вспыхивать. И мы будем думать о нем как об уравновешенном, статусном, эффективном человеке. Согласны же? А когда же... Нужно понимать, где выплескивать. Нужно понимать, где выплескивать. Как вам кажется, где нужно выплескивать условно негатив там и так далее? Дома? Кому? Мужу, что ли? Не надо, берегите близких. Еще где? Я очень часто говорю, знаете, манипуляторы, ну, ладно, чуть-чуть немножко заходим за рамки моей программы. Очень часто, ну, вот поднимите руки, кто слышал из уст таких людей, острых на словцо, такую фразу, а что, я не имею права сказать, что ли?
Вот, на мой взгляд, это просто бескультурье. Почему? Я им объясняю. Смотри, ну ты точно так же можешь сказать, а что, не имею права плюнуть? Я дальше не буду заходить, да? Потому что можно глубоко уйти. Да, внутри нас много чего рождается. Кроме слов, слюны и всего остального. Давайте с слюной разберемся. Но ведь это же тоже уместно. В себе-то носить вроде как неприятно. Но мы это не сделаем. Почему? Потому что нас как-то воспитывали, у нас есть культура, согласны? Да? И нам эта культура гласит, что если тебе что-то есть неприятное, нужно что сделать? Уединенно. Уединенно где-то. Есть специальные места, где мы можем условно сплюнуть и так далее. Согласны? Так вот, друзья, а чем, например, мысли и слова отличаются от той же слюны? Так вот, таким людям и есть смысл говорить. Право имеешь. Вот, знаешь, есть даже человек, который ждет, чтобы ты ему хамил, посылал даже матом. И он будет счастлив. Правда, небольшую денежку надо заплатить. Простите за слово денежка. Ну, называйте, что это за человек? Конечно. И все, и тебе полегчает, и ему хорошо, он с чувством выполненного долга пойдет домой с работы. Согласны? Хорошо, есть другое место. Если ты такой острый на словцо, куда нужно пойти? Политику пока оставим. Точно, скорее всего, мы где-то что-то не то скажем. А камеди, друзья, ну, уместная же история, правда? Смотрите, где можно хамить, и тебе за это не только ничего не будет, тебе еще и заплатят хорошо. Начиная с КВН, а дальше Comedy Club, прожарка и все остальное. Я прав? Я прав, но там тоже нужно с умом-то тему выбирать. Относительно ситуации. Так вот, есть место, где что думаешь, что в принципе ты можешь говорить, и то как-то оформлять, потому что ты понимаешь, ну, смотря как ты это скажешь, тебе заплатят или не заплатят. Там как-то обусловлено это все. А обычным людям не надо. Зачем им? Отдавай людям все самое хорошее. Людям нужно отдавать все самое хорошее. Есть такая фраза, зло должно остановиться на тебе. Не в тебе, а на тебе. Согласны? И вот нужно уметь это делать. Мир — это прекрасное место, нужно делать его еще более прекрасно. Ладно, давайте вот так. С психокомплексами завершили, про победу. Поднимите руки, кто хотел бы побеждать в конфликтах. Вперед. В речевых конфликтах. Хорошо, прямо сейчас вы можете уже брать телефоны. Такой странный мастер-класс, даже в телефонах можно чего-то гуглить, яндексить. И наберите этимология слова «победа». Слово «этимология» все понимают? Давайте. Этимология. Поражение. Этимология. Нет, слово «этимология» что значит? Наука «этимология» о смыслах слова, да, смысл слова, о рождении слова. В принципе, давайте, вот о реальном содержании слова. Что вы там найдете? Слово «победа» происходит от слова «беда». Я прав? От слова «поражение». Нашли. От слова, подожди, «поражение». Давайте. Слово «победа» происходит от слова «беда». Этимология. Разделяем. По беде. Ну, по-другому, по беде другого человека. Переводим на русский. Как только ты кого-то хочешь победить, ты уже бессознательно хочешь ему беды. Смысл понятен? И все равно, какой смысл вы в это слово вкладываете. Один из законов этимологии, неважно, какой смысл ты вкладываешь в слово, ты живешь, если ты им пользуешься, по законам этого слова. Не надо себя обманывать. Чтобы было понятно, ну, я не знаю, есть у вас дети или нет, но, возможно, представь, что ты уже взрослый, у тебя ребенок, ты победил ребенка. Кто проиграл? Ну, давай, кто проиграл? Вообще проиграл ребенок, но стратегически ты не выиграл, правильно? Что такое стратегически, всем понятно? Ну, какой-то на долгий период. Ты и твой руководитель, ты победил, кто проиграл? Ну, как-то здесь руководитель проиграл, а ты? Ты тоже. Если стратегически. Ну, скорее всего, да, не сильно выиграл. По-другому, ты и твоя мама, ты победил, кто проиграл? Задумайтесь на этот момент. Я взрослых людей ни одного не видел, которые на этот вопрос вот не сидели, так вот немножко задумывались. 100%. Да, мам проиграл, но ты сильно не выиграл. Узнаешь об этом несколько лет чуть позже. Ну и так далее, и так далее. Иногда говорят, что нужно себя победить. Встает уместный вопрос, а кто же тогда проиграет? На этот вопрос попробуйте сами отвечать. Опытные знают. Ну, например, иногда говорят, нужно победить лишний вес. Как вам кажется, кто проиграет? Надеюсь, у вас опыта нет побеждать свой лишний вес. Задумывайтесь. Да, опытные говорят, или иммунитет, или позвоночник. А все остальное думайте. Мастер-класс короткий, это всего лишь какие-то пазлы, такие отрывки мыслей, о которых можно говорить и размышлять долго, и дальше концепции выстраивать. Но, у нас нет такой задачи. Идти по беде другого человека. Согласны ли вы, что на победе только в сказках все заканчивается? Да, нет? Да. А в обычной жизни с победы? Только самое интересное. Да? Именно про эти-то случаи люди придумали поговорки. Как там? Земля круглая, встретимся. Помните? Да? Там здания квадратные, да, выйди за угол, кирпичи иногда летают. Понятно о чем? Да.
Да. Кто-нибудь задумался о том, что человек – существо мстительное в 100% случаев? Да. Поднимите руки не мстительные. В общем, вы поняли подвох, руки не поднимаете, но думаете. Давайте маленький опыт. Я так понимаю, что вы хотите что-то на практике. В пары объединитесь, пожалуйста. Ну, друг на друга посмотрите. Ничего сложного не предложу, просто друг на друга посмотрите. Разберем этот момент, черт подери, на камеру, ну ладно. Мне моя супруга говорит, не говори людям, что они мстительные. Да, и это будет ополчение против тебя. Хорошо, посмотрели друг на друга. У меня просьба, просто объединись в пары, кто-то один другому на предплечье, вот сюда руку положите, вот так. Я так визуально с кем-то. Да. Нет, один только, один другому, а второй ничего не делает. Один другому. Все, стоп. А теперь на раз, два, три, все, что вам нужно будет сделать, вот толкнуть. Не так, чтобы бьюх и улетел, но и не гладить, хорошо? Нормально толкнуть. Итак, раз, два, три, погнали. Стоп. Студенты, молодцы, ладно. Стоп. Теперь вопрос. Тот, кого толкнули, поднимите руку, если вам не хочется вот эту вот ответочку делать. Стоп. Нормально, нормально. Все нормально. А согласны ли вы, те, кто сейчас руку подняли, что это зависит от силы толчка? Нет? Что, попробуем? Ну, на перерыве, ладно? Да, друзья, стоп. Согласны ли? Вот все, что мы с вами сделали, это демонстрация всего лишь простого физического закона. Как называется? Закон сохранения? Молодцы. Линейка мстительная. Кто проверял в детстве? Кто не проверял? Домой придете, возьмете линеечку, отведете ее вот так и отпускаете. Да, или банскую резинку возьмите, такая же история. Но! Посмеялись, и теперь возвращаемся к людям. Человек, конечно, не линейка. Да, и у человека, у людей есть предохранители. Как называются эти предохранители между воздействием и реакцией? Ну, терпение, тут по-разному можно к этому слову. Давайте назовем все-таки культура, воспитанность, да, воспитание, культура, религиозность, осознанность, в конце концов. Ну, наверное, вы понимаете, тут тренер стоит, говорит, положи руку, толкай, ну, как-то вот навряд ли включается прям желание уж отомстить, отомстить, правильно? А теперь поднимите руки, у кого такое было. Ты культурный, воспитанный, религиозный, осознанный, но момент наступает, у тебя этот предохранитель так и схлопывается. Так вот, друзья, об этом всегда нужно думать. Люди-то это всего лишь люди, это не линейки. Почему все государства мира хотят за руль, например, посадить робота? Ну, то есть сделать автопилот. Потому что человек за рулем – это опасность, да? У них вот это, вот здесь вот раз, и он все делает такое, что потом, когда вернется кукушка, ну, я иногда рациональный центр называю кукушкой, кукушка-то вернет, человек скажет, я не хотел, так получилось, просто меня понесло. А дело-то сделано, наворочено уже. И вот в ситуации или виды деятельности, где опасности большие, все умные головы хотят туда робота задвинуть. Вот. Так вот, возвращаясь к культуре и осознанности. Согласны ли вы, если мы посмотрим на улицу и так посчитаем людей, и просто какие-то опыты начнем проводить, то мы найдем, что есть люди, у которых вот этот предохранитель вообще всегда нулевой. Да? Так вот еще один пазл по поводу победы. Когда ты кого-то хочешь победить, давайте, смотрите. Победа, идти к победе другого человека. И чтобы завершить эту идею, есть я и ты. В коммуникациях мы сейчас про конфликты только говорим. Хорошо? Сейчас мы к слову победы вернемся в нормальном контексте. Так вот, есть я и ты, я тебя победил. Чего хочешь? Честно. Обратки. Согласны? Ну, я сейчас возьму тебя при всех, поставлю на место, скажу, и ты будешь чувствовать себя таким вот раздавленным. Понятно, ты поспоришь, но я все равно каким-нибудь административным... Все равно, что ты будешь хотеть? Вот, давайте говорить все своими именами. Кто-то говорит восстановить справедливость, там реванш, или все это так или иначе проявление. Люди пытаются истинные явления закрыть какими-то приятными словами. Так вот, тогда я тебя победил. Я знаю, что ты хочешь мне отомстить, да, нет? Да. Да. Я не знаю, будешь ли, может быть, ты действительно настолько осознанный, что, ну, или простишь меня, да, там, отпустишь, или там к батюшке сходишь, или на исповедь к психологу и так далее. Я не знаю. Я не знаю, будешь ли, и не знаю, когда будешь и как. А теперь представьте, что ты будешь. Я тебя победил, ты мне отомстил, потом я тебя, потом ты мне, потом я тебя, потом... Вот такая вот игра. И чем все это закончится, как вам кажется? Мы забудем, с чего все началось, но помним, что нужно мстить, правильно? Да. Вот, хронический конфликт или кровная месть, да? Ну, я нарисовал крайний случай, но так случается. И люди начинают мстить друг другу, вообще не понимая, почему. Да просто так принято. На этом держится очень большое количество даже классических произведений. Вспомните, ну, например, «Ромео и Джульетта». Вся же та же история, правильно? Да.
Вся та же история. Уже они не помнили, к чего там началось. Семья, одна семья, вторая семья. Вот они там веками друг другу делали жизнь интереснее. Задумайтесь про слово «победа». Но слово «победа» не означает, что это плохо. Где побеждать — это хорошо. Другими словами, за это почет, награды, уважение. Там депутатом после этого легко стать. И давайте, объединяем. Где побеждать? Сразу спорт еще. Выборы еще. Правильно, друзья, давайте все объединим. Игры. Согласны? Люди — существа умные, и для победы вообще желание победить, быть наверху — это истинно одно из, ну, один из психокомплексов, по большому счету, правда? Все мы хотим какой-то значимости и так далее, и так далее. По-разному это достигаем. Так вот, где побеждать — это действительно почетно, уважительно, статусно. Любые игры. Не-не-не-не-не. Вот победи себя, посмотри, кто проиграет. Мастер-класс про задумываться. Вот спорьте со мной, да, не соглашайтесь, но изучите эту тему. Наш народ, умный народ, только из-за того, что есть какие-то убеждения, которые ведут к разрушению, не достигает того, что мог. Так вот, побеждать хорошо в играх, как бы ни звали. Что такое игры? Смотрим сюда. Это коммуникативные резервации, ограниченные чем? Правилами. Правилами. Есть игры, где в людей стрелять можно, и тебе за это там грамоту потом дадут или кубок, если ты победишь. Где? Пейнтбол, например. Ну, не говоря там про компьютерные игры. Есть игры, где людям хамить можно. И нормально, и люди будут уважительно тебе относиться, билеты покупать тебе, ходить. Ну, такие любители есть такие. Ну, прожарка. Кто-нибудь, прожарка, да, кто-нибудь на Comedy Battle ходил? Ну, просто на Comedy в первых рядах сидел? Нет? Ну, в первых рядах кто сидел? Мазохисты есть в зале? Да? Потому что те, кто сидит попозже, у нас в коридоре 10 минут будет потом. Или полчаса даже на общение. Так вот, да, те, кто сидит на втором, на третьем ряду, сидят и думают: о, хорошо, что я на первый ряд билет не купил, да? Ходили на камбиде, нет? Сходите, сходите. Ребята молодцы, учатся. Один из участников моих тренингов, Сергей Матросов, из Самары, победитель Comedy Battle до пандемийного года. Найдите, у меня там QR-код ВКонтакте был, найдите. Да? В жанре прожарка. В жанре прожарка. Я так, понятно, своими выпускниками немножечко слежу, смотрю, как они это все делают. И речевая самооборона в том числе помогает и даже так условно шутить. Потому что я не буду говорить сегодня про вторую формулу конфликтов, а она равна формуле юмора. Юмор – это тоже определенная формула. И чтобы научиться юморить, в принципе, там многого не нужно. Так вот, разные игры есть. Да, в том числе и коммуникативные, в том числе и обычные конкурсы, соревнования, состязания. Самый простой, конечно, спорт. Так вот, там побеждать – это хорошо. Согласны? Да, а в обычной жизни? Просто задумайтесь. Просто задумайтесь. Более того, представь, что ты футбольная команда, я футбольная команда, и мы начали с тобой договариваться. Как вы поняли, я обычно на тренингах рекомендую так. Друзья, в состязаниях надо побеждать, договариваться не надо. За вас уже договорились, создали предварительные договоренности, которые называются правила. А в обычной жизни есть смысл что? Есть смысл договариваться. И не надо побеждать. Потому что про победу мы договорились. Смотрите, мы даже не думаем, мы просто пользуемся словами и ведем к конфликтам, ведем к тому, что люди нам противостоят. Нужно учиться договариваться. А что такое договоренность? На пальцах посмотрим. Договоренность – это когда ты и он приходите к чему-либо, предмет договоренности, и больше по этому поводу не хотите мстить друг другу, да? Смотрите, какое интересное определение. Без слова «месть». Ты и он приходите к чему-либо, и по этому поводу больше не хотите тратить энергию, да? Да. И вы на это опираетесь, как на какой-то фундамент, и дальше строите договоренность, и дальше. Конструктивная жизнь – это череда постоянных договоренностей и передоговоренностей. И так жизнь развивается. А с победами жизнь что делает? Она становится очень интересной, но не факт, что развивается. Задумайтесь, все, пазл закрыт. Победам свое место, а договоренностям… Так вот, речевая самооборона – это о том, как договариваться. В двух словах, это что такое договариваться? Это и результаты получать, и отношения сохранять. И преувеличивать, согласны? Маленький нюанс. Мы об этом еще поговорим на ораторском мастерстве. Кто будет на мастер-классе, посмотрим, что тут. Ну ладно, тут решим. Согласны ли вы, что любая коммуникация приводит к каким-то результатам? Да, нет?
Желательно вообще ставить цель на коммуникацию, тогда есть шанс, что результат будет равен тому, что ты хотел. Так вот, согласны ли вы, что все коммуникации, все вот результаты в коммуникациях можно разделить на два типа? Первое – это реальные результаты, то, что можно так или иначе потрогать, вплоть до потрогать. Подписанный договор, выкопанная яма, вымытая посуда. Согласны? Да, нет? Человек в твоей команде на какой-то, да? Вот прям реальный результат. А второй – это отношения, которые формулируются простой формулой: хочу общаться, не хочу общаться, да? Так вот, скажите, победа к чему приводит? Победа к результату может привести? Да, да нет? Да. Да. А отношения сохраняет? Нет. Вот если тебя кто-то победил, с этим человеком ты хочешь сохранить отношения? Да, нет? Ну, хочешь ты с ним общаться? Да, нет? Скорее всего, нет. Так вот, а договоренность это и результаты отношений. Мысли понятны? Вот. А теперь маленький нюанс. Тоже слайдов нет, но чтобы вам было понятнее. Вы люди молодые, у вас жизнь впереди. Так вот скажите, если, неважно, сейчас даже контекст не смотрим, неважно ситуация, ну кроме военных действий, да, мы это не будем рассматривать сейчас, и, конечно же, кроме состязаний. Мы про это отдельно поговорили. В коммуникации, если выбрать что-то одно, реальный результат или отношения, что ты выберешь? Вот что-то одно. Понятно, что лучше и то, и другое. Если что-то одно, что ты выберешь? Не-не-не, давайте, неважно, что ты выберешь. Хорошо, давайте накидывать. Ты и твои родственники, неважно кто. Результат или отношения? Ты бизнесмен. Реальный результат, например, в виде подписанного договора, оплаченных денег или отношения? Давайте, кто результат? А кто отношения? Так, у вас где-то 50 на 50. Ну, люди молодые, гормоны играют, хорошо. Ладно, поехали. Ты в политике, результат или отношения? Ты человек, который ищешь клиентов на, ну, например, клиентов в интервью брать, быть, ну, чтобы интересных людей, чтобы в твоем окружении было больше. Результат или отношения? Строите дальше. Все-таки отношения. А давайте к бизнесу тогда вернемся. Результат или отношения все-таки? Давайте те, кто говорит отношения. А почему отношения? Почему тебе важнее отношения, чем, например, оплаченные деньги и заказ какой-то? Нет, общение – это процесс, а отношения – это вот хочу общаться, не хочу. Не факт, что нужно общаться, но желание остается, возможность остается. Ну так вот, что дает отношения? Сохраненные отношения увеличены. Возможность потом получить результат, согласны? Согласны? Если вы задумаетесь, это еще один пазл, да, нету этого слайда, но задумайтесь. Результаты и отношения, сохраненные отношения, увеличенные отношения практически всегда дают возможность получить результат. Жизнь не заканчивается прямо здесь, сейчас. Жизнь не сказка. Жизнь пролонгирована. Огромное количество. Например, в бизнесе у меня много участников тренингов, там, персональных занятий с людьми, у которых погоны выше головы. Это очень крупные предприниматели, это политики и так далее. И то они осознают, что есть ситуации, да. Вопрос, вот результат это когда только вопрос жизни и смерти. Условно, вот они так обозначают. Вопрос жизни и смерти. Дальше вот, нужно все возможное, чтобы выбирать отношения. Потому что сохраненные, преувеличенные отношения дают возможность получить результаты пролонгированно. Например, в бизнесе, да, ты не получил какой-то контракт, но там что-то может не пойти, кому первому обратятся? Тем, с кем нормальные отношения. Если у тебя с ними отношения нормальные, да, они могут порекомендовать, например, ну, там, кому-то, когда-то обратиться. Согласны? А если отношений нет? Вот результат есть, это что? Одноразовая сделка и все. Такие вещи себе позволяют чаще всего только монополист, у которой стиль жизни и мысли примерно такой. Таких, как вы, за забором вот так. Или по-нашему, или никак. И насколько я знаю людей, ну, предпринимателей, которые общаются, там, производители, ну, чаще всего производители, не будем говорить, какие это сферы, они уже выбирают с ними вообще не сотрудничать. Чем такие деньги, лучше по-другому. Просто задумайтесь. Мастер-класс о том, чтобы вы задумались. Про победы и договоренности. Про победы и договоренности – это разные вещи. Побеждайте в состязаниях. Побеждайте в состязаниях. В обычной жизни договаривайтесь. Конструктивная жизнь строится на договоренностях. Умеете это делать. А договоренности – это когда и результаты, и отношения. Вот. Я вас не призываю выбирать только отношения. Нужны результаты. Нужны результаты. Но с сохраненными отношениями всегда легче и комфортнее получается. Согласны? Живя в семье, вот твой любимый человек, тебе там что важнее, результаты или отношения? Нет, можно получить результат, чтобы поехали туда, куда тебе надо. Чтобы тебе купили то, что тебе надо. Чтобы сделали, как тебе надо. Ну и чем, скорее всего, это закончится? Раз, два, три, пять. Думайте сами. Двигаемся дальше. Следующий пазл. Что такое оборона?
Итак, есть такой слайд. Оборона равно защита и вопросительный знак. Это не утверждение, это вопрос. Давайте быстро разбираться. В нейминге речевая самооборона есть три слова в двух. Речевая, само и оборона. Какое из этих слов вам точно понятно по смыслу? К сожалению, только само. Все остальное не факт. Давайте разбираться. Начнем с обороны, хорошо? Кстати, давайте с речи начнем. Что такое речь? Вы люди, собственно, этой профессии. Что такое речь? Ну-ка вспоминаем. Речь что такое? Здрасте, друзья журналисты. Средства коммуникации еще. Хорошо, я чуть-чуть упрощу вам задачу. Речь это только слова или нечто больше? Нет, больше. А что? Интонация. О, точно. Речь это интонированные слова. Хотите поиграть? Давайте прям немножко. Скажите фразу. Утром я пью кофе. Погнали. А потом к обороне вернемся. Давайте. Раз, два, три. Утром я пью кофе. Прекрасно. Скажите эту фразу радостно. Раз, два, три. Утром я пью кофе. Ох, как я люблю людей, которые жестикулируют головой. Да, поднимите вот так руку. Ну, поднимите. Сделаем. Поиграем немножко, да? И вот так делаем. Одной, двумя. На следующем мастер-классе я буду говорить, что жестикулировать симметрично не надо. Гармошки не нужны, свечки. Поэтому одной рукой машем вот так, улыбаемся и радостно утром я пью кофе. Раз, два, три. Утром я пью кофе. Да, теперь поднимите, пожалуйста, руки, кому с руками радость показывать легче. А кому сложнее, честно. Согласны, скорее всего, непривычно. Вы просто не привыкли жестикулировать. Согласны? А теперь самый главный вопрос. Я стою здесь, смотрю на вас. В каком случае мне более понятно, что ты радостен? Когда ты жестикулируешь или нет? А теперь вопрос, а для кого ты общаешься с людьми? Для себя или для них? Для них. Коммуникация это всегда для них, это не для тебя. Запоминаем, это всегда для тех, с кем ты общаешься, не для себя. Вся коммуникация для того, с кем ты общаешься. Все, повторил. Поехали дальше. Утром я пью кофе, как-нибудь грустно. Раз, два, три. Ой, россияне в грусти молодцы вообще. Ладно, давайте утром я пью кофе как-то удивленно. А удивись, что это ты пьешь. Например, захожу и говорю, коллеги, а что это вы весь кофе выпили, мне ничего не оставили. Ну-ка, слова местами не меняем. Удивись, что это ты пьешь. Раз, два, три. Утром. Я? Молодцы, живые люди, наконец-то. Давайте, давайте тогда удивление не будем трогать. Удивление, запомните эту эмоцию. Конфликты гасятся на легком удивлении. На «ты дура, ты дурак» можно ответить все, что угодно, но если это все, что угодно сказано в легком удивлении, серьезно, вы правда так думаете? А с чего вы это взяли? Давайте сядем, обсудим. Чувствуете, оно гасится. Удивление. Есть еще три эмоции, которые тоже гасят конфликты. Забота, любопытство, интерес. Как минимум применяйте их в общении с близкими для начала хотя бы. И вы будете видеть, что вас начинают, простите за нерусское слово, полюблять. Понятно, вы становитесь для людей своими, с вами хочется общаться. Для всех остальных по-разному нужно быть. Конечно, с кем-то нужно быть провокативным, тем более, что у вас работа такая. Мы на ораторском будем смотреть, как вообще энергетику держать в тех же публичных выступлениях. И там вы увидите, что привлекает внимание людей. На что вы сейчас смотрите у меня? На движение. Привлекает внимание движение. Оратор есть чем двигать. У оратора есть чем двигать и как двигаться. Да, второе. Привлекает внимание изменения. Изменения. Согласны же? Поговорили, посмотрели, попробовали, поделали и так далее. Ну и третье, конечно же, привлекает внимание провокации. Когда не так, как ожидаемо. Согласны? Да. Вот. И, конечно, провокация это и есть конфликтные коммуникации. В том числе. Делайте это. Тем более люди молодые, жизнь нужно делать интересно. Но понимаете где? Контекст. Контекст. Ситуация. Цели какие? Ладно, давайте утром я пью кофе, как-то сердито. Представь, что правда пьешь кофе, я тебе стакан кефира с утра принес. Поставь меня на место. Раз, два, три. Да что же вы все без жестов-то делаете, а? Да, руку вот так берем. Открытый жест или закрытый? О, у меня здесь следующий мастер-класс, не будем это тупо. Закрыли. Открытый жест, эмоция условно негативная или позитивная? Да простят меня психологи. Нет негативных эмоций, есть эмоции, все эмоции нам для чего-то нужны. Хорошо? Ну мы условно зовем. Давайте, такая эмоция не сильно желательная. Открытый жест нужен или закрытый? Закрыли. Закрыли. Палец вот сюда вынули? А теперь локоточек подняли, на меня показываем, я есть очень дискомфортно. Вот так. Чувствуете, быдловатость пошла? Умнички, хорошо. Теперь взгляд прямой или из-под лобья? Делаем из-под лобья. Теперь улыбка есть или нету? Нету, ни до, ни после, ни во время, ни после, чтобы не было так. Утром я пью кофе. Поэтому не колемся, прямо вот так, сквозь зубы говорим, да. Скажите, скорость речи большая или неспешная?
Неспешная, да. Сердитость – это основательность. Потому что если ты будешь, утром я пью кофе, как нервозность, трусливость. Хорошо, разбираем дальше сердитость. Громко или тихо? Громко. Нормальной громкостью, но не шепотом. Хорошо, паузы есть или нету? Можно. В любом месте. Утром? Нет. Я пью кофе. Согласны? Или утром я? То есть акценты. Но в конце обязательно должна быть пауза, чтобы не было так. Утром я пью кофе. Маленький нюансик. Ну-ка, поставили меня на место. Вот вам стакан кефира. Раз, два, три. Утром я пью кофе. О, видите, уже плохому научил. Хорошо, давайте утром я пью кофе шутливо. Раз, два, три. Это игриво. А чтобы шутливо, сначала нужно засмеяться, а потом сказать утром я пью кофе. Раз, два, три. Ха-ха. Скажите хотя бы ха-ха, утром я пью кофе. Раз, два, три. И тоже воспринимается шутливо. Друзья, мы с вами взяли 5 эмоций. 5. 5 моих любимых эмоций для тренировки. И у меня к вам вопрос. Мы содержательно сказали одну и ту же фразу или разные? Разные. Содержательно. Слова одни и те же, короче. Да. А смысл один и тот же или разный? Разный. Разный. А что это мы такое с вами делали, что одни и те же слова приобрели разный смысл? Да, так вот вам определение профессионалов. Речь – это интонированные слова. А теперь руку вверх. До кого дошло, что эти интонации мы создавали жестами, мимикой, позой, скоростью речи, громкостью, паузами? Второе определение – речь – это слова плюс тело плюс голос. В мертвом теле мертвый голос. Если вы не привыкли жестикулировать, не надо жестикулировать, как итальянцы. У них это в культуре, южане вообще всегда много. У нас даже кавказцы, посмотрите, понеслось. Да, южане, северяне примороженные. У нас на погоду там выйдешь, да, там как-то шевелиться лишний раз, ну его. Но мы, если хотим быть хорошими коммуникаторами, нам необходимо это все понимать. И понимать под ситуацию, как подстраиваться. Ладно, так речь, это с помощью тела, голоса и слов. Управление, возвращаемся к речевой самообороне. Да, самостоятельное управление конфликтом, а вот теперь с обороной будем разбираться. Потому что только из-за непонимания, что защита и оборона это крайне разные вещи, люди совершают такие глупости в конфликтах, что потом очень много жалеют, и потом всю жизнь это вспоминают, что а вот надо было оказывается. Самое главное, чаще всего обратная связь на речевую самооборону, знаете какая, когда люди тренинг проходят или мастер-класс? Где ты был раньше? Серьезно. Где ты был раньше? И называют какой-то срок. Неделю назад, месяц назад и так далее. Я бы не сделал, я бы сделал, я бы не развелся, я развелся бы по-другому. Да, я бы не уволился, ну и так далее, и так далее. Я бы уволился, но по-другому, и много там всего остального. Так вот, давайте разбираться. Кто из вас знает, что как только живое существо, ну, давайте все-таки не живое существо, а где-то ограничимся, млекопитающее, присмыкающее, а человек млекопитающее, как только-только мы появляемся на свет, мы уже умеем защищаться. Есть всего лишь 3 защитных механизма, называйте их первый. Нет, инстинкт это другая история, а оно проявляется в чем? Так, хорошо, давайте берем любое млекопитающее, типа кошки. Все понимают, что за животное? Давайте кошке веселую жизнь устроим, создадим ей конфликт. Просто ее испугаем. Фа! Первое, что может сделать кошка, ну? Шипеть, наброситься, царапаться. Скажите, пожалуйста, кошка не понимает, что она что-то не то делает? Что кто в доме хозяин, нет? Когда мы говорим про защиту, мы никогда не говорим про понимание. Защитные механизмы идут в обход коры головного мозга. Это быстрая реакция. Это, ну, специалисты все-таки говорят, что это рефлексы. Но мне очень нравится слово инстинкты. Понятно, что такое инстинкты? Давайте объединим. Если были анатомы, они тут нам бы сказали всю правду. Так вот, что такое инстинкты, рефлексы? Это те программы, с которыми ты родился. Ты не знаешь, почему ты себя так ведешь, но ты так ведешь. Правильно? Да, нет? Да. Все. Все. Так вот, первое – это встречное нападение. Согласны? Давайте очень быстро. С точки зрения физического, если тебя сейчас вот рядышком буду с тобой стоять, и вот просто так фау, тебя напугает, ты тоже много, ну так сделаешь. Согласны? Да. Да, ты можешь? Можешь. Одно из трех. А если с точки зрения речевого воздействия, вот давайте, ты дура, ты дурак, ответьте быстро. Поехали, можно. Только без мата. Сам такой, пошел отсюда, ты кто такой? Да, ты, да, не обнаглел ли ты? Встречное нападение, друзья. Итак, первое, что нам дала природа, это встречное нападение. Теперь главный вопрос. Встречное нападение провоцирует развитие конфликта или делает конфликт меньше? Провоцирует. Провоцирует. Смотрите, давайте исследовать. Природа нам дала инструмент, мы его применяем, а конфликт становится больше. Поехали исследовать дальше. А заодно думайте, почему-то для кошки инструмент хороший, а для человека в социуме ущербный инструмент.
При этом еще находятся такие умные люди, которые говорят, что там, лучшая защита это нападение, ни черта не лучше. Вот мне иногда говорят, давайте, вот скажите, дурак сам дурак, вас кто-нибудь этому учил? Честно, вот кого учили? Прям правда. Мне правда, иногда говорят, меня папа учил. На что я обычно отвечаю, твой папа мог не напрягаться, ты и так это умеешь делать. Да, мы все по типу личности разные, и у нас, у некоторых есть превалирующий инструмент от природы это нападать. Ну, например, как у кошки. Превалирующий инструмент, например, у козы. Кто-нибудь имел общение с козами? Козу, если испугать, что она сделает? Она умрет. Реально, она прикинется мертвой. Третий способ. Нет, она не умрет, она сделает вид, что умерла. Серьезно, это очень весело. Это очень весело. Потом опасность пройдет, она встанет, пойдет. Это третий инструмент, мы сейчас поговорим. У людей проявляется как стыд, вина, обида и ступор вот это. Поговорим. Так вот, напасть. Твой папа мог не напрягаться, ты и так умел это делать. Папа просто тебе дал позволение это делать. А теперь ко всем вопрос. Хорошее позволение или не особо? Не особо. К сожалению, многие люди только из-за позволения папы вот там оказываются. Только из-за позволения папы. Задумываться нужно, а не просто ориентироваться на то, что кто-то где-то как-то сказал. На ринге встречное нападение осознанное? Наверное, да. На батле? Наверное, да, потому что ситуация позволяет. Согласны? Ладно, об этом еще дальше поговорим. Итак, второе. Кошку пугает, она может. Исследуем дальше. Если я тебя испугаю рядом стоя, ты тоже вот это сделаешь. Согласны? Ну, кто-то из вас. Причем ты не будешь думать, что это нужно сделать. Это просто само собой получается. Это инстинкт, рефлекс. А теперь с точки зрения речевого поведения. Давайте я сейчас нападу, ну, немножечко нахамлю, а вы все, что вам хочется сказать, договорились только без мата, вы говорите, хорошо? И мы будем анализировать, что это такое. Друзья, что вот вы подтупливаете и занимаетесь своими делами? Ну, это же очень важная тема. Давайте, начинайте. Чего вы подтупливаете? Да. Ну, понятно, что вам хочется встречать напасть. Пошел ты, кто ты такой, да мы не тупим. Ну, давайте, а дальше? Да мы не тупим, дальше. Да без мата неинтересно. Да, это просто неинтересно. Еще. Ну, давайте, давайте, давайте. Я думаю, я просто думаю. Нападайте сильнее. Сильнее ну, нападайте. На что я похож? Здесь не нападение. Ну, что сейчас мы делаем? Оправдание. Да чего вы взяли? Ну, тут смотря как сказано, а чего вы взяли, что мы тупим, или а чего вы взяли, что мы тупим? Согласны? От интонации. Так вот это, с чего вы взяли, что мы тупим? Извините, пожалуйста, мы не хотели, что? Что я делаю? Оправдываюсь. Друзья, люди убегают через оправдание. Вот унесите с собой эту мысль. Дело в том, что россияне, вот правда, поднимите руки, кто все-таки осознает, да, иногда мы встречно нападаем, ты нападаешь, но все-таки ты понимаешь, что это далеко не самый лучший способ управления конфликтной коммуникацией. А теперь поднимите руки, кто из вас знает, что любое оправдание провоцирует развитие конфликта. Как только ты оправдываешься перед кем-нибудь, ты буквально заставляешь этого кого-нибудь нападать на себя еще сильнее. Кто знает? Ой. Для нас, это, для россиян, это некая тайна. Это некая тайна. Более того, некоторые говорят, я никогда не оправдываюсь, я объясняю. Есть я такие среди вас? Плохая новость, друзья. Как только ты оправдываешься в конфликте, ты объясняешь. Вернее, как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Отсюда никогда никому ничего не объясняй в конфликте. Это будет бессознательно восприниматься как твоя слабость, как оправдание, и скорее всего сила нападения будет еще больше. Давайте я докажу. Поднимите руку, у кого была такая ситуация. Ты прав, но тебя обвиняют. Была? Правильно. Кто руки не поднимает, вы вообще общаетесь с людьми? Стандартная жизненная ситуация. Ты прав, тебя обвиняют. Тем более возраст подростковый, молодежный. Там есть кому? Есть кому? Так вот, и ты все-таки что-то делаешь. Скажи, что ты делаешь? Ну ты же нормальный человек, ты же объясняешь, правда? Конечно, ну... Правда? Да. Ты нормальный человек, потому что с детства папе надо объяснить, маме надо объяснить, учительнице надо объяснить, бабушке нужно объяснить, я прав? Да. Да, и у нас мы вырастаем, и у нас такая мышца оправдания, такая сильная-сильная, объяснение. А теперь поднимите руку, кто в такой ситуации, ты прав, тебя обвиняют, ты объясняешь, и тебе становится еще хуже. Смотрите, какая странная ситуация. Ты прав, тебя обвиняют. Ты нормально объясняешь, и тебе еще хуже становится. Это просто доказательство того, что мы сейчас с вами сказали. Любое объяснение в конфликте – это оправдание. Отсюда правило. Никогда никому ничего не объясняй в конфликте. Объяснять нужно когда? Объяснять – это неплохой процесс. Когда нужно? Это даже, знаете, там, аргументировать, доказывать, убеждать. Когда? Или до конфликта, или после. Ну, если уж мы разделяем, согласны?
когда просто нормальное общение, или в специальных коммуникативных играх. Например, что такое полемика, скажите мне как специалист. Правильно, это вид коммуникации, где цели особо нет, задача просто выплескивать, согласны? Ну, если так по-русски говорить. Вот стоят двое, бум-бум-бум-бум, ну, типа батла. Да? В батле, пожалуйста, выплескивать, там хоть оправдывать, хоть объяснять, и то там есть нюанс, детали. Так вот, вот эту вещь запомните. А теперь на всякий случай скажите мне формальные признаки оправданий. Другими словами, вы это делаете, и люди воспринимают, что вы оправдываетесь. Давайте все вместе поисследуем. Например, чего ты тупишь? И вот это, я не хотел, вы неправильно подумали, это не совсем так, я не туплю. Неуверенность в себе, это внутреннее. А формально, что я сейчас много наделал? Частица? Частица не в конфликтной коммуникации, это бочка. Это такая ложка дегтя в бочке меда. Частица не это первый признак того, что ты уже оправдываешься. Или наезжаешь, или оправдываешься. Я не хотел, вы неправильно подумали. Никогда с частицей не в конфликте речь не будет звучать конструктивно. Обратите на это внимание. Следующие формальные признаки, потом отдельный слайд для вас подготовил. Слово просто. Русское слово просто. Я просто хотел. Это как сигнал. Фас. Бомба. Бомба. Да. Как ни странно, русское слово извините или извиняюсь. Как только ты это сказал, все, ты слабак. Поехали на тебя. Что, не извиняться, что ли, никогда? Хороший вопрос. Если есть вопрос, значит, будешь искать ответ. Ну, вообще говоря, даже в ситуациях, когда ты не прав, и когда нужно признать свою неправоту, специалисты рекомендуют убрать слово «извини». А поставить какое слово? Прости. Прости. Прости, пожалуйста. Ну, и так далее. Этимология слова «извини» – «я исхожу из своей вины», «прости, давай упростим». Или слово «извини» употребляйте как Ксения Собчак сегодня утром или вчера вечером, не знаю, когда она там приходила. К Чемизу, да, она сказала «приносим вам свои извинения». Не «извиняюсь, извини», а «приносим вам свои извинения». Руслан, а можно маленькую ремарку? Давай. Почему именно «извиняюсь» нельзя говорить? Потому что с точки зрения русского языка вы извиняетесь, оборотное, перед собой. Понимаете, вы же не говорите «я проститесь», вы говорите «простите», обращаясь к человеку. А извиняясь, вы фактически извиняетесь перед собой, и это собеседник чувствует, и это, естественно, вызывает дополнительную агрессию. Другими словами, знаете, у специалистов есть такая поговорка «люди едят слова». Согласны? Можете запомнить. Люди едят слова. Обратное тоже верно. Слова съедают людей. Не зная того, слова съедают людей. Поизучайте эти вещи. Ладно, вопрос был, получился ответ, а дальше сами изучайте. Итак, объяснение в конфликте. Ну и третье, давайте с кошкой проведем. Вот кошка, фу, она такая притворилась мертвой, да? Для кошки не свойственно, кошка хищник, гормональные фоны другие. А про кош мы сказали, опоссумы, кто видел такие? Эти прям сразу притворяются, ежики, мыши. Люди как притворяются мертвым? Если я тебя испугаю, оцепенение, правильно? Одно из трех, замирание, да, как угодно можно назвать, но в принципе притвориться мертвым, застыть. А с точки зрения речевого поведения? Не могут сказать ничего только. Это выглядит примерно так, ты дура, ты дурак. И со стороны наблюдаешь, человек наполняется энергией, у него есть, а снаружи такая стена, да? Как вы это назовете? Ну мы называем это ступор, конечно. Ступор, стыд, вина, обида или вот это мертвое лицо. Как, кстати, сигнал у другого человека, который нападает? Какой у него сейчас сигнал? Не доходит, надо усилиться. Да, вот этот ступор он просто провоцирует. У кого такое было? Ты с человеком общаешься, а он обиделся. Что хочется, честно? Да я понимаю, что сейчас все руки поднимут. Извиниться. Что? Серьезно? А поднимите руки, кому хочется еще больше наехать. Ну как минимум, что ты обижаешь все время, билеты? Согласны? Потому что я свободен. Ступор провоцирует развитие конфликта. Друзья, смотрим. Три инструмента, которые дала природа. И каждый из этих трех инструментов провоцирует развитие конфликта. Теперь вопрос, почему для кошки это хороший инструмент, а для человека ущербный? Для достижения результатов и сохранения отношений. Люди ведутся, люди все это делают. Каждый из вас, у каждого из вас есть превалирующая форма реакции на какие-то хамства. Ну, условно, с друзьями вы нападаете, с мамой вы оправдываетесь, я не знаю, с преподавателем вы там мертвыми притворяетесь. К примеру, где-то так. У нас еще мозг, адаптивная система, все это быстренько. Мы всегда выбираем между теми инструментами, которые у нас есть. А природа уже дала природу. Природа дала от рождения. Так вот, почему для кошки это хорошо, для человека плохо? Зачем нужны защитные механизмы? Просто вспоминайте.
Ну-ну-ну, зачем данным защитный механизм? Сохранить тело. Правильно. Кошка, в принципе, это тело, согласны? А у человека как? А сознательность это что? Это как минимум два процесса. Один из них называется репутация, а второе самомнение, правда? Короче, кошку ты испугал, кошка на тебя наехала, потом не будет она сидеть в сторонке и думать, вот я дура-то, как же теперь жизнь строить, он же меня кормит-то, как-то выруг... Она не будет так думать, правда? А ты будешь, ты кому-то нахамил, потом сидишь и думаешь, ну зачем, ну надо же было. У кого такое было? А? Кошка испугала, она убежала, а потом не будет думать, все, теперь репутация коту под хвост, правда? А ты наоправдывался и все, и показался слабаком. Поверьте мне, как только ты оправдываешься, особенно публично, ты для всех слабаком стал. Любой политик, который начинает объяснять публично, слабак, бессознательно для всех. Что, вообще не оправдываешься? Забить? Да. Ко мне после этого люди проходят тренинг, не мастер-класс какой-то полуторачасовой, тренинг. Походят и говорят, Руслан, честно скажи, вот один на один, что, правда объяснять не надо в конфликте? У нас так это забито. Как традиция объяснять. Тем самым показываем свою слабость. Не надо объяснять. Или так, объясняли до конфликта или после. Объяснение до... Есть такая поговорка. Объяснение до конфликта называется предупреждение. Согласны? Мы с тобой договорились завтра где-то встретиться. Предположим, ты едешь и понимаешь, в казанских пробках ты не успеваешь. Что ты сделаешь? Ты человек нормальный. Давайте, предупредите меня. Руслан, дальше. Зачем вы говорите, я опаздываю? Ты можешь сказать, Руслан, буду в 10:10, дождешься? В нас сильна страсть объяснять. И все, а что, плохо? Я буду в 10:10. Я могу, конечно, спровоцировать твое оправдание. Сказать, а что такое случилось? Я не понял. Что ты мне можешь сказать? Ты можешь сказать, Руслан, приеду, все объясню. Можешь? Конструктивные коммуникации, они короткие и безэмоциональные. Теперь что же такое оборона? Конечно, когда мы говорим об обороне, мы говорим не об инстинкте, а об осознанности. Осознанность это в первую очередь, что это выбор. Это выбор, выбор между инструментами. Давайте простая вещь. Вы выходите на улицу, вам холодно. Это плохо или хорошо? У нас сколько времени осталось? 20 минут. О, есть еще работа. Ну, нормально себя чувствуете? Да. Ну, кто расслабляется, расслабляйтесь. Бессонные ночи студенческие, это нормальная история. Да, а кто в фокусе погнали, это очень полезные вещи. Так вот, вы вышли на улицу, холодно, вот прям тебе организм сигнализирует, холодно. Плохо или хорошо? Хорошо. Вот начали анализировать, это уже хорошо с одной стороны, но с другой стороны, согласны ли вы? Это не плохо и не хорошо, это не точно поставленный вопрос. Да? Согласны ли вы, что то, что тебе холодно, это не плохо и не хорошо, это просто сигнал? Да, от твоей адаптивной системы. Какой сигнал? Давайте я за вас скажу. Включи рацию и выбери между вариантами. Согласны? А теперь скажите, какие варианты ты можешь выбрать, если так тело тебе сигнализирует холодно, так мозг, включайся, давай выбирать. Первое, что можно сделать? Вернись обратно. Второе. Ну, наверное, терпеть не очень. Прими осознанное решение, что буду закаляться. Третье. Сними с соседа куртку. Согласны? Да? Добеги до автомобиля. Согласны? Ну, как минимум. Вообще говоря, способов-то много. А теперь, как большинство людей делает, вышли холодно, мозг включать некогда, но зато тело орет, все холодно, значит, еще, вот, сволочь, погода, так, разве это, как можно жить в это, надо в Таиланд валить, согласны, да, нет? Ну все, ну разве это человеческое поведение? Обычное животное, животное поведение. Для кошки это нормально. Кошке не проявляется больших претензий и требований. Но ты человек, у тебя есть это. Я не знаю, плохо это или хорошо, этим пользоваться надо. И в конфликтах в первую очередь нужно включать вот это. Давайте сразу вернемся вот к теме. Конфликт, когда тебе здесь дискомфортно. То, что здесь дискомфортно, это плохо или хорошо? Страшно, обидно, горько, больно. Это плохо или хорошо? Это просто есть. Это есть. Давайте. Но давайте так, это не просто есть, это сигнал. Это также твой организм, как реагирует ну вот, на холод, так же он реагирует. Хозяин, включи и выбери. А вопрос, из чего будем выбирать? Ничего. Природа дала. И как мы уже выяснили, не очень хороший инструмент. Поэтому речевая самооборона, сейчас вы слушайте дальше. Дальше будет про речевую самооборону. Это тот набор инструментов, который есть смысл включать в конфликты для того, чтобы и результаты были, и отношения были сохранены и преувеличены. Теперь на всякий случай про тех, кто еще завис, что результат, а отношения не обязательны. Как вам кажется, если вы сохранили с кем-то отношения, то есть возможность коммуницировать, это означает, что вы обязаны коммуницировать и общаться? Нет. Но когда надо, вы можете обратиться. Согласны? С большей вероятностью, что у вас будет еще и результат. Правда?
Это так на всякий случай, кто думает, что сохраненные отношения, теперь я что ли обязан общаться? Если семейная пара развелась, и у них сохранились отношения, ну согласны, что это кому-то в плюс? Да всем. А если у них отношения не сохранились, вот веселая жизнь у этой семьи, у детей этой семьи и так далее. Согласны? Да. Ну и так далее. Так вот, возвращаемся. Осознанно выбирать. Между чем и чем выбирать? Поехали первое. Конечно, в противовес встречному нападению есть инструмент с названием «напасть». Осознанно напасть. И в скобочках две жизненные ситуации, когда это плюс-минус уместно. Как вам кажется, что такое ЖС? Вопрос жизни и смерти. Друзья, представьте, что у вас ребенок, да? Ребенок ваш играется на улице, да, играет с мячиком, мяч покатился на дорогу. Будете ли с ним общаться конструктивно? Дорогой, позволь, я тебе порекомендую, остановись, взвесь, проанализируй, ты можешь обратиться ко мне с советом, я всегда рядом. Смешно? Почему смешно? Да потому что под эту ситуацию это действительно или горько, или смешно. Поэтому, и потом вы будете объяснять, почему матом, правда? Потом вы будете объяснять, почему надо психотерапевта водить. Потом будете объяснять, почему. Потом, вам сейчас все равно будет, как что у вас люди подумают. А вообще говоря, в европейской стране, например, если такое произойдет, у тебя ребенка заберут. Ювенальная юстиция, кто знает, я думаю, понимаете. Но даже это тебе будет все равно, потому что сначала вопрос жизни и смерти, а потом все остальные вопросы. Но согласитесь ли же вы, что такие ситуации, слава богу, не часто возникают? Или у вас часто? Если часто, то нужно тренироваться. Потому что чаще в подобных ситуациях большинство людей впадает именно в ступор. И не могут ничего сделать. Да, ребенок на улице, ребенок на дороге. Вот. Поэтому если когда у вас будет бизнес, ваш бизнес будет связан с какими-то опасностями, ну, например, даже ресторанный бизнес. Ты директор ресторана. Будешь ли ты официантам объяснять, если два столика начинают ругаться, драться, то надо встревать, выяснять, разнимать. Да, нет. А что ты скажешь им? Действовать. Что действовать? Что делать? Рекомендация. Вот на эту функцию нужно делегировать полномочия. Официантам нужно просто говорить сразу кнопочкой или дядю Васю. Дядя Вася приходит, там все сделает. Тебе не надо. Ты официант, ты с крылышками. Ну, если ты только не в ресторане с названием «Быдло». Вопрос. Мне очень нравится название ресторана. Правда? Прям само название говорит, что там можно делать все что угодно. Да. Медиакоммуникация. Им нужно взять интервью у какого-то человека, который категорически настроен. Ему испортили настроение с утра, поругался с женой, и он вообще не готов. А требует материала редакция, преподаватель, кто это угодно. Это типа рецепт, да, сейчас что делать? Что делать, да. Нужно уметь просить, но коммуницировать в первую очередь важно, в коммуникации важно не что и как говорить, а первое, как вам кажется, что важно в коммуникации? Первое – это ситуация. Вот сейчас вы уже нарисовали. Кто этот человек? Какие у него ожидания? На что он способен? Место, время и так далее. Я чуть-чуть унифицирую ситуацию. Вот вы работаете на кого-то. Утром в 4 часа утра просыпаетесь, и мысль в голове. Елки-палки, зарплата маленькая, надо просить повышения. Прямо сейчас будете звонить? А что, вы больная с чем? На работу приду. Утром? Во сколько? Ну давайте, когда будете просить? Есть наемники? Представляете своего руководителя. Когда будете просить? После обеда. Почему после обеда? Потому что знаешь, что вы начальник после обеда более-менее добрый. После еды. А у кого-то нет, после обеда он злой. Да? А кто-то добрый после совещания, а кто-то добрый после того, как ему хороший отчет принесут. Согласны? Да. Поэтому нет ответа на вопрос. Нужно понимать в первую очередь не что и как говорить, а когда. Это первое. Ну, кому и когда. И сколько там. Ну, об этом на ораторском на самом деле будем говорить. Давайте сначала эту тему закрываем. Итак, нападать осознанно. Вопросы жизни и смерти и игры. Про игры мы уже говорили. Есть, например, социальные игры. Вы люди молодые, я все равно рискну у вас спросить. Я из таких исследований прошу. Скажите, пожалуйста, кто такой друг? Честно. Ну, для тебя кто такой друг? Человек, который... Близок еще. Ой, так молчите. А знаете, что я часто от подростков слышу? Друг это человек, на которого можно стебаться, он к этому нормально относится. Вижу оживление в зале. А теперь люди моего возраста, там, за 40, как вам кажется, как относятся к такому определению? Но согласны ли вы, что игра, вернее, дружба, это игра, социальная игра? Ну, условно, если два человека так договорились, им нормально, комфортно, согласны? Их проблемы? Игра такая. Третий, не лезь не в свою игру, правильно? Понятно о чем? Поэтому, конечно, это не осуждаемо. Но если это не на людях и не при тех, для кого это не игра. Согласны?
Так вот, в играх, конечно, можно. И слава богу, современный мир такими играми просто. Мы с вами про это поговорили. Самое простое, камеди. Ребята, остров на словцо, туда вам. Деньги в карман рекой потекут. Но там тоже, кстати, темы нужно выбирать. В последнее время, не афишируя там всякие внешние темы, понимаете, что некоторые комедий-клабщики как-то перестали выступать. Да, их просто вот не стало. Не на ту тему пошутили. Не ту тему затронули. Это к вопросу про уместность. Всегда нужно быть в первую очередь уместным. Ладно, теперь наши инструменты. Это управлять конструктивно. Управлять конструктивно по технологии 6 шагов. Это 3 из них. Первые 3 шага – это шаги управления собой в речевой самообороне. Вторые 3 шага – это шаги управления другими людьми в конфликте. Как вам кажется, давайте, почему в конфликте нужно сначала управлять собой? Давайте первое. Чем в конфликте управлять собой? Молодцы, рациональной, эмоциональной сферы. И если ты понимаешь, что у тебя здесь мало, а здесь много, ничего дальше не делай. А что делай? Разрывай коммуникацию. Потому что если ты в конфликте что-то будешь делать под воздействием эмоций, скорее всего, что ты сделаешь? Вспоминайте защитные механизмы. Или наедешь, или оправдаешься, или обидишься. Соответственно, номер один, сначала ты собой. Кто самолетами летал? Стюардессы очень странные существа, вспоминайте. Еще самолет не взлетел, уже пугает пассажиров, правда? Но они рассказывают, пассажир с самолета, может что-то случится, перед вами появится маска, и первый человек, которому маску к лицу нужно поставить, это кто? Не поймал, да? Себе сам. Вопрос, почему сам? Многие люди ошибаются. Они знают, слышали, ну говорят, ребенку. А потом, а нет, себе же. Но логика какая? Почему себя сначала? Логика такая. Во всех конфликтных ситуациях, неважно внешне, ну сначала себя, потом других. Это логика выживания вообще человечества. До сих пор в тех обществах, где люди там чуть ли не в набедренных повязках бегают, если в голодные времена кого в первую очередь кормят? Мужчин. Чаще всего старших сыновей. Тех, кто вытащит за собой всех остальных. А в социальных обществах? Чувствуйте, думайте. Не все так просто в этом мире. И многие вещи, на мой взгляд, сильно необъяснимы. Кто там как управляет и почему так делает. Сильные всегда во все времена вытаскивали все, всех остальных. Так вот, про эти 3 шага мы с вами отдельно поговорим. Это как управлять собой в конфликте, как очень быстро рацию включать. А все остальное другими людьми, вот всего лишь 3 шага. Сначала амортизируй, потом, если надо, уточняй, и потом что-то предлагай. Давайте амортизаторы, самые простые амортизаторы, смягчители, смягчают и замедляют. Зачем амортизаторы в автомобиле? Смягчает конфликт между автомобилем и дорогой. Поднимите руки, кто ездил на автомобиле без амортизаторов. Весело, но больно. И долго не поедешь, правильно? Вот, в качестве игры повеселиться, да, повспоминать, да, но так долго не поедешь. Ты не поедешь отсюда, не знаю, в Москву на таком автомобиле. Хотя зависит от дороги, но более-менее, но все равно кочек полно и ямок полно. Так вот, амортизатор нужно, чтобы смягчать. Есть телесный амортизатор, это вот такое легкое удивление, демонстрация легкого удивления. Сделайте все вот так, лиганцы, ну, тренируемся. Да, не надо показывать дуру. Да? Легкое удивление, тебе дура, а ты... Кстати, пауза – это амортизатор. И если человек с кукушкой на месте, он просто лишние слова вылетит, а ты ему такой... Но есть шанс, что скажет, да, прости лишнего. Есть шанс? Есть. Только амортизаторы управляют конфликтом. Добавь имя Василий Иванович. И Василий скажет, прости, что-то лишнее сболтнул. Согласны? Может такое быть? Может. Амортизаторы управляют конфликтом. Можно к этому добавить такой звук, как «хм». Да? И ты такой «хм, Василий Иванович». Можно добавить какую-то эмоцию, типа «странно». «Хм, интересно, странно, Василий Иванович». Согласны? Это не все, конечно же. Но для людей, которые нападают, иногда нечаянно. Бывает такое, нечаянно кому-то что-то брякнул? Скажи, если в этот момент тебе твой оппонент бы сказал. Да, не вот это, а вот это. Ну, согласны ли сказали? Прости. И норм. А он усугубляет, начинает. Я не понял, почему ты мне... Согласны? И приходится отстаивать свои слова. Да? Так-то ты лишнего сболтнул, ты понимаешь. А он еще спровоцировал, теперь надо доказывать. Амортизаторы – это очень сильный инструмент. Я всегда говорю, речевая самооборона – это умение смягчать и умение предлагать. Ладно, амортизаторов много, список дам. У кого есть телефоны, хочет сфотографировать, сфотографируйте еще позже. Ну, давайте немножечко про договоренности. Друзья, давайте с вами сделаем небольшой перерыв. Я готов ответить на ваши вопросы. Хорошо? Давайте, поднимайте руки и задавайте вопросы. Стоп! Что я сейчас сделал?
Я сейчас с вами договорился всего лишь. Сначала сказал «друзья», а потом сказал «друзья, давайте с вами уже будем завершать, сделаем перерыв, отвечу на вопросы» и так далее, и так далее. Это всего лишь слова, это всего лишь шаблоны. Но если эти шаблоны очеловечить, они рулят. Ну ладно, ладно, еще время есть. Тренера хлебом мне корми, дай поговорить, а у меня 10 минут. Ладно, давайте все-таки полезные вещи, самые полезные. Опс, что-то лишнее сделал. Итак, у нас есть еще один инструмент вместо притвориться мертвым. Это разрывать коммуникации. Это инструмент универсальный. Когда нет времени, а мне говорят: «Руслан, дай один инструмент для того, чтобы в любых конфликтах быть всегда на высоте». Не победить, но быть на высоте. Разрывай коммуникации. Что такое разорвать коммуникации? Прямо одну минуточку. Согласны, если я сейчас уйду, у вас нормальные отношения? Не, ну странно, конечно, но в принципе нормально. Да, очкарики, вы когда-нибудь так делаете? А так можно и минуту, и две, и пять, и семь. Да? Про курильщиков вообще не говорим, да? Да. Те, кто не очкарики, покажите, что в глаз сюда попало. Ну честно. Друзья, скорее всего, не так. Когда человек так устроен, когда у него внезапно что-то попадает, он прячет. Сделайте вот так. А теперь за мной смотрите, делайте вот так и валите. И никто не скажет, что что-то. Ладно, я вам сейчас показал некоторые условно такие физические, телесные или театральные способы разрыва коммуникации. Да, у нас на тренинге одна дама говорит: у нас руководитель сказал одну минутку, ушел, через неделю вернулся. Но лучше так, через неделю нормальным, через минуту и дать всем по башке. Согласны? Друзья, когда они... Вот давайте, в народе есть на тему разрыва коммуникации очень много умных слов. Ляг, поспи и продолжаем. И все пройдет. Утро вечера. Мудренее. В любой непонятной ситуации. А тут мнение разделяется. Одни говорят: иди спать, другие говорят: иди ешь. Эти люди по-разному выглядят. Так вы уже поняли. А что там еще? Наставление женам в сказках. Вспоминаем. Накорми, поехали дальше. Напои, дальше. Спать уложи, а потом и спрашивай, если еще будешь хотеть. Народ мудр. Есть такие конфликты, которые решаются сами собой только лишь тем, что разорвать коммуникацию. Почему? Потому что если два человека горячие на эмоциях здесь, но почему-то коммуникация разорвалась, и кукушечка каждому на место прилетела, люди какими становятся? Людьми адекватными. И они понимают, что оно того не стоило. Теперь вопрос: всегда ли можно разорвать коммуникацию? Да, нет? Запоминаем всегда и запоминаем правила. Если ты не знаешь, как в этой конкретной данной ситуации разорвать коммуникацию, это означает только одно, что ты просто не знаешь, как в этой ситуации разорвать коммуникацию. Все. Значит, сиди и думай. А на всякий случай тебе поговорка, опять же, из русского народного творчества. Пусть лучше лопнет моя совесть, чем мой. Все, можно продолжать. Поэтому всегда можешь сказать одну минутку и свалить. Можем учиться у господина... Например, Кадырова. Да? Ролик в Ютубе, наверное, видели. Когда Медведев был президентом, Медведев-Кадыров, вот там что-то такое происходит у них, да, и Медведев такой: о, мама звонит. А Медведев такой: мама, это важно. И норм, понимаете? Мы боимся разрывать коммуникацию, а на самом деле это здравость, это ни в коем случае не слабость. Все, разорвать звучит грозно, но на всякий случай вам... Сладик, разрыв коммуникации нужен только для одного – включить вот это. И ты четко должен понимать, если у тебя много вот это, все, что ты будешь в конфликте делать, ты потом будешь или жалеть, или оправдывать. Тебя подставили. А чьи проблемы? Твои. Я боюсь, что некоторые из вас уже кого-то провоцируют и подставляют. Да, потому что люди в интервью на эмоциях очень интересные, правда? Да. А когда у них раз у работы, какие скучные они, какие-то, да? Работа у вас такая... Но это тоже нужно делать так, чтобы люди репутацию не теряли. Согласны? Хотя. Ну ладно, не мне вас в этом учить. Некоторые способы разрыва коммуникации вербальные. Просто сфотографировать. Это коллекция, друзья. Это коллекция. Сказать человеку: я посмотрю, что я могу тебя сделать, и свалить. Нормальная история. Сказать человеку: давайте просто вот возьмем. Представьте себе какой-то круглый стол. Там руководитель. Да, много твои коллеги. А руководитель на тебя прям. А ты прав. Вот теперь вопрос, что делать? Надо ли сейчас руководителю говорить, что он не прав, а ты прав? Да, нет? Нет. Вопрос, почему? Молодцы, вы уже начали, вы, наверное, знаете, что основное правило в публичных коммуникациях, конфликтных публичных коммуникациях такое: хвали публично, а ругай лично. Все знают? Да. Да, а я добавлю: ругай, проси и советуй лично. Понятно. Да, на тебя вот так, ты понимаешь, сейчас нельзя, а что делать?
что, лапшу сгребать? Обижаться? Что делать? Надо все-таки как-то коммуницировать. Разрывай коммуникацию простой фразой. Учимся у губернаторов, которые сидят перед Путиным, они что там ему говорят? Разберемся. Разберемся. Да, решим, разберемся. А тут следующее нападение. Почему еще не начали? Почему не решили? Тогда я говорю, уже начали. Процесс пошел. Понимаете, это тоже способы разрыва коммуникации. Вот вам разные фразы. Может, да, полуторачасовой мастер-класс это не про то, что тут каждая фраза стоит жизни. Каждая. И денег. Да, мне часто говорят, что речевая самооборона один из самых быстро окупаемых тренингов, которые только мы. Одна фраза, как попросить, и раньше не давали, сейчас дают. Предположим. И так далее. Кстати, давайте так. Сын, помой, пожалуйста, посуду. Это конструктивная просьба или варварская? Просьба. Конструктивная или варварская? Конструктивная. Друзья, встаньте, пожалуйста. Чувствуете, гаденько? А давайте я вас по-другому прошу. Друзья, просьба есть. Для опыта нужно. Встаньте, пожалуйста. Чувствуете, легче встается? Да. Почему? Что я добавил? Амортизатор предупреждения о просьбе. Друзья, запомните. Ну, так, возьмите себе на вооружение. Прежде чем кого-то попросить, сначала предупредите. Ну, простая вещь. Просьба есть, хочу попросить. Просьба. Ну, обратите, Василий Иванович, просьба. Маленькая пауза, а потом просите. Но просите в утвердительном стиле, без вопроса и без «не». Да? Вы мне не поможете? Сразу две ошибки. Какие? «Не» и «вопрос». А как нужно? Помогите мне, пожалуйста. Согласны? Все. И будет польза. А дальше озвучивайте свою просьбу. С большей вероятностью будет исполнено. Хорошо, двигаемся дальше. Это разрывы коммуникации. Разрывы коммуникации нужны только для того, чтобы включить расу. Вот вам разные способы включения расы. Кто будет на мастер-классе по ораторскому, вы увидите почти тот же слайд, там есть детали. Потому что мы будем говорить о страхе публичных выступлений. Скажите, страх в том числе, так или иначе. Я тот тренер, который говорит, что страх публичных выступлений – дело надуманное, неумением выступать. Все. Как только ты умеешь, у тебя никогда не будет страха лишнего. Для тебя всегда публичные выступления будут азартом, в лучшем случае. В худшем по барабану. Но это плохая история. А вот, давайте, страх публичных выступлений, это конфликт или нет? Конечно. Конфликт, когда тебе дискомфортно, все, страх дискомфортно. Так вот, можно сделать что-то из этого. Я прям некоторые вещи озвучу, смотрю на часы, 5 минут у нас остается. Например, ну первые две буквы не буду комментировать. Да? Прокричаться, где можно прокричаться? Все мы знаем, любые негативные эмоции с криком улетают. Люди бессознательно как раз орут на других людей, только чтобы облегчиться. Согласны? И все. Да, так вот, где поорать можно? Песни. О, прям при всех. Но мы понимаем, что гигиена даже эмоциональная делается не при всех. А если мы ушли, например, в туалет, в кабинет, в автомобиль сели, сделайте все вот так. Сделайте. Девушки, помады, если, то аккуратно. Все остальные сделали. Второй рукой сильно зажимаем. Сильно. И, пожалуйста, не подставляйте меня. На раз, два, три. Желательно, чтобы был элемент одежды. Если сейчас, локоток пустой, лучше с одеждой. Орем на раз, два, три в полную силу, беру на себя всю ответственность. Раз, два, три. Эх, халтурщики. Смотрим. Чувствуете? Больше 90% гасится. А если взять подушечку, а если пиджак снять и вот так, вообще не слышно. Но ты проорался буквально 10 секунд, да тебе легче стало. Да, как у чайничка свисточек. И так далее. Разные вещи. Ну давайте, челюсть. Самая простая. Жвачку в рот киньте, все. Учимся у спортсменов, у тех же хоккеистов, которые так и говорят. Жвачка гасит нервяк. Прям их фраза. Например. Реально попробуй. Но надо пробовать, потому что мы все разные. По-разному работает. Что там? Смех. У вас гаджеты есть с собой? А где-то мой? Вот здесь. Так вот, вы когда-нибудь, вот если там юзаете, у вас в течение получаса каких-нибудь 2-3 ролика на 2-3 минуты смешные есть? Да. Попадают? Да. Что тебе мешает их скачать? У кого было такое? Плохо на душе, дискомфортно, кто-то рассмешил, легче стало? Да. А что же вы это не используете? Нет, конечно, своего шута иметь рядом это дело дорогое. Да? Но всегда же с вами гаджет. Скачайте. Обязательно ролики должны быть такие, чтобы у тебя вызывали искренний смех. Немножко химии. Когда мы искренне смеемся, какие гормоны в кровь? Эндорфины. Эндорфины как пожарная пена на пожар, и все, тебе легче стало. На адреналин, на кортизол. Понятно, там будет ротация, не будешь ты всю жизнь смеяться над одними и теми же роликами. Но они есть, и способы. А люди ходят, грузятся. Ладно, про это поговорим про на ораторском, а дальше двигаемся. Вот вам определение речевой самообороны. Сфотографируйте, вам сейчас каждое слово понятно.
Это самостоятельное, с помощью тела, голоса и слов, то есть с помощью речи. Управление осознанное. Осознанное – это я понимаю ситуацию, цель, я понимаю последствия, я понимаю, какие у меня есть ресурсы, что можно. Выбор, выбор. Управление конфликтной коммуникацией до результата и сохранением отношений. И это благо. И если ты это будешь делать, то будут такие люди, которые думают, что они гады, просто потому что они наезжали. А потом вдруг выяснится, что у них что-то случилось. И они вот так повели, они, может, прощения попросят. У кого было такое, кстати? Человек орет, ты так более-менее, а он потом говорит, слушай, прости, пожалуйста, вот там. Было? Было. Люди вообще, я сказал, люди существа мстительные из-за неосознанности, но вообще люди существа хорошие. И просто так гадости друг другу делать осознанно, ну, не особо много кто хочет. Есть, конечно, такие эмоциональные вампирчики. Да? И то просто из-за неосознания. Так что просто учитесь управлять. И не будем пример, потому что у нас 2 минутки осталось. Вот этот слайд для вас очень важный. Это ключевые формальные ошибки, которые мы совершаем, попадая в конфликты. Я иногда так формулирую. Друзья, уберите из коммуникации конфликтных ошибки, у вас останется бочка меда. И у вас останутся конструктивные коммуникации. Очень быстро пробегаем. Первые 4 ошибки – это ошибки, которые ведут к встречному нападению. Ты-сообщение. Кто знает, что такое ты-сообщение? Давайте, смотрите, дурак, сам дурак. Местоимение ты или есть, или подразумевается. Чего молчите? Тебе какое дело? Согласны? Да. Первое. Как только тебе хочется в конфликте сказать ты или вы, скорее всего, ты нападаешь. Обратите на это внимание. Все остальное детали. Скорее всего, есть всегда исключение. Например, я очень часто на тренинге рекомендую, если уж ты произнесли, дальше просите совета. Ты дура. Василий Иванович, вы посоветуйте, пожалуйста, вы человек опытный, как можно себя вести в этой ситуации, чтобы вы обо мне были другого мнения. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Кстати, хорошая вещь. Прекрасно. Просите совета. А когда мы просим совета, если человек нам советует, его конфликтность по отношению к нам падает. Знаете эту вещь? Манипуляшка, но полезная для всех. Ладно, следующее. Провоцирование оправданий. Друзья, уберите в своей речи вопрос «почему ты?». Поднимите руку, кого раздражает вопрос «почему ты?». Почему ты в шахте, почему ты здесь, почему ты учишься, почему ты не учишься, почему... А? Соберем 100 человек таким случайным образом, больше 40% поднимут руки. Ты общаешься с незнакомым человеком, конфликтная ситуация, ты спрашиваешь, почему ты, у него глаза красные. Тебе это надо? Вероятность 40%, что так и будет. Близким не задавайте вопрос, почему ты и зачем ты. Ладно, лишнее чувствую, говорю. Ну, к тому, что это реально так. Резкие, быстрые и высокие жесты, быстрая и громкая речь, потому что формальные признаки конфликтов. Второй блок – это оправдательные коммуникации. Частица «не», слово «извини», слово «просто» и всякие объяснялки, потому что так, как дело в том, что. Но научу вас объяснять в конфликте. Амортизатором, амортизатор уточнения и предложения. Амортизатором объяснения является слово «объясняя». Давай, я учитель, вы ученики. Кто-то заходит, я ему спрашиваю, ты почему опоздал? А он такой, Руслан Николаевич, я это позже встал, бабушку через дорогу переводил. Что он сейчас делает? Оправдывает. Всем понятно. Как сделать так, что он прав, он нормально хочет? Как сделать так, чтобы его речь не звучала оправдательно? Ну, во-первых, я делаю ошибку. Я всегда учителям говорю, никогда в подобной ситуации. А что нужно сделать? Заранее договориться, что технология такая. Господа ученики, давайте так, если вы опоздаете, нужно сделать так. Дверочку открываете. Да, заходите, в мою сторону смотрите, делаете вот так и валите на свое место. После урока на перерыв подходите, и, возможно, я вам пару вопросов задам. Согласны нормальной технологии? Да. Норм. И все, не надо не оправдываться, наезжать, думать, что учителя гады. Ладно, стоп. Мы завершаем, сейчас полчаса будет типа обеда, и можно меня прям вопросы задавать. Я обедать не буду. Вопросы буду отвечать. Так вот, давайте так, ты почему опоздал? Руслан Николаевич, объясняю. Встал в 8:30, бабушку через дорогу перевел. Уже легче? Да. Легче. Но маловато, согласны? Объяснялочка все равно. Так вот, вместо объяснялочки делайте одно. Или вопрос задавайте, или что-то предлагаете. Ты почему опоздал? Руслан Николаевич, объясняю. Бабушку через дорогу перевел. Скажите, а вы в своем детстве как себя вели в подобной ситуации? Ваш инструмент. Понимаете, вопрос вытягивает коммуникацию из оправданий. Амортизатор смягчает. А вопрос вытягивает. Или второй. Ты почему опоздал? Руслан Николаевич, рассказываю. Встал в 8:30, потом бабушка перевел через дорогу. Позвольте, я сяду, а потом я вам подойду и все расскажу. Согласны? Да. Или вопрос, или предложение. Все. И вы всегда будете на высоте, вы всегда будете восприниматься людьми конструктивными. Следующее, друзья, вот эту строчку возьмите на вооружение.
Если вы играете в обиды, слава Богу, но если вы реально обижаетесь, где-то почитайте про вот эти вот эмоции. Ступор, обида, стыд, вот эти вот вещи, ну, они вам добра, к сожалению, не приведут, потому что гормональный фон, долгие обиды и так далее. Вообще, психологи говорят, что любая эмоция живет 7 минут, а потом, ну, до 7 минут, а потом уже вопрос мозга. А дальше вы просто укорачиваете свою жизнь, если думаете об этом, и усугубляете. К сожалению, россияне, знаете, обижаться – это такая некая традиция. В детстве папа был хороший, я обиделась, папа все разбежался, сделал. Девочке 40 лет, она все обижается. Потому что инструмент хороший. Задумайтесь об этом, это тоже из-за неосознанности. Завершаем. И вот про это мы поговорим с вами на ораторском тренинге. Например, если ты продавец, какая у тебя цель? Продать. Это не так. Это не цель, это способ получения цели, то есть это задача. Мы увидим. Основные конфликтные коммуникации развиваются у россиян, и мы не достигаем результата только из-за того, что в коммуникации ставим цель в формате, что нам нужно делать, а не в том формате, который реально результативен. Да, вот через обед. И вот вам собственно, вся технология. Замечаешь, что ты в конфликте, ты купируешь, например, язык к небу прижали. Что вам может дать этот шаг? Одна минута, мы завершаем. Что может дать этот шаг? Если во время конфликта язык к небу, то у тебя не вылетят как минимум те слова, которые ты будешь жалеть. Правда? Да. Правда. Если в этот же момент ты свое внимание направь на свой эмоциональный центр, про себя скажи слово «стоп». Другими словами, язык к небу сюда и про себя слово «стоп». Раз, два, три. Эмоциональный центр купируется. Есть еще несколько способов купировать эмоциональный центр. Попробуйте просто дома душещипательный фильм включите. И как только ёкнет, сделайте так. Язык сюда, внимание, стоп. Если вовремя заметили, душещипательный кранчик перекрывается. Так дальше смотреть фильмы не надо. Но важно, чтобы вы почувствовали, что это может работать. Ладно, следующее. Внешне нельзя показывать, что тебя это вывело из себя. А у россиян менталитет надо показать. Ты дура. Что мы показали? Что меня это цепляет. А значит, что мы дали? Сигнал, что туда бить надо. И живешь как дура, работа дурацкая, университет дурацкий поступил, дети дураками будут. Согласны? Не провоцирую. Каким был, таким остался. Вопрос, надо ли улыбаться после того, как наехали на тебя? Да, нет? Да. Ответ, если улыбался до этого. Если ты улыбаешься, и кто-то орет, что ты улыбишься, не надо отвечать. Скажите, пожалуйста, с какой целью прямо сейчас такой вопрос задали? Это выглядит как минимум смешно. Как минимум. Как максимум глупо. Но если ты улыбаешься, тебе что-то улыбишься, надо отвечать как? Скажите, пожалуйста, с какой целью прямо сейчас такой вопрос задали? И в нейтралечку потихонечку ходишь. Это тренируемый навык. Надо ли быть злым после того, как на тебя наехали? Да, нет? Нет. Но сейчас же только об этом говорили. Ты вот такой вот, тебе говорят, что ты как быдло, а ты такой... Скажите, пожалуйста, какие факты вам об этом говорят? Но, поэтому что, ты как быдло, скажи, пожалуйста, какие факты тебе об этом говорят? Вот это третий пункт. Нельзя показывать, что тебя зацепило. А дальше мы уже с вами говорили. Вот он алгоритм. Можете фотографировать разные амортизаторы. Найдите книгу «Речевая самооборона». Почитайте, в интернете есть книга бестселлер. Многим жизнь облегчила в конфликтах. Это разные амортизаторы, это всего лишь часть. Вообще их больше 200. Профессионалы такими не пользуются. Профессионалы пользуются уже такими, мы их называем «что вижу, то пою». Но вот это шаблончики, которые помогают достаточно быстро встроить алгоритм. Это договоренность. Друзья, давайте с вами будем завершать. Я со своей стороны готов ответить на ваши вопросы и даже книги кому подписать. У меня с собой парочка есть. Хорошо? Аплодисмент. Например. Понятно? Благодарность – это лучший способ завершить просьбы. Сын, у меня к тебе просьба. Помой, пожалуйста, посуду. Я со своей стороны потом тебе домашку помогу сделать. Окей? Я тебе буду очень признателен. Ты мне очень поможешь. Согласны? Друзья, это всего лишь шаги, это шаги, очень простые. Правда, рекомендую посмотреть, как сегодня Ксения, ну, прям просто новость пошла, сюда ехала, опаздывал, там в пробках ваших стоял, и вот там РБК слушал, или как это называется, бизнес FM, и прям технология. Профессионалы отслеживают, сказано вот это, вот это, вот это, все, как будто рану залечили. Остается только судебные вещи, но судебное это уже немножко не про, только поговорить, это про закон. А так полный satisfaction. Некоторые приемы речевой самообороны, которые мы называем переговорные, можете сфоткать, но они вам сейчас ничего не дадут. Алгоритм, а это мои контакты. А это значит, что если вы зададите вопрос, я отвечу. Если вы там зайдете, вы там увидите несколько роликов. Более того, у меня к вам предложение. Хотите подарок? А более того, я это, по-моему, уже даже сделал.
Сейчас сделаю фотку, размещаю у себя на странице. Любой отзыв, любые вопросы, любые, если фоткали меня тут на сцене, мне тоже, знаете, то выступаю, а фотографии нет. Обидно как-то. Ладно, шутка. Что-то, комментарии, я вам в ответ ВКонтакте отправляю ссылку. Не в ссылку, а прям в видео. 30-минутное видео про 6 шагов управления конфликтом. Каждый шаг с объяснениями, окей? Хотите? Кому надо? Ну, давайте немножечко пошумим, что ли. Давай сначала фотку. Эй, не попали, вы большие. Ну, что попал, тот попал. Ладно, а теперь видео. Ну, как вам понравилось, я не знаю. По шкале от 1 до 10, погнали. Ну ладно, напросился, да? Друзья, была ли какая-то польза? Да. Что было важно, полезно, интересно? Прям вот один момент. Прям выкрикиваем, и не надо даже это. Прям выкрикиваем. Что было тебе полезно? Что рационально. Не всегда так нужно. Друзья, играйте. Игры требуют эмоций. Но когда конфликтные коммуникации, вопрос жизни и смерти и какой-то репутации, включайте рацию. Еще. Амортизаторы. Амортизаторы. На амортизаторах просто управлять конфликтами можно. Вот так. Еще. Оправдание. Оправдание. Все, вот эта вещь. Уберите оправдание. Осознанно относитесь. Вы увидите, как жизнь изменится. Расцветет. Еще. Про слово просто. Слово просто, да. Показатель оправдания. Еще что? Что было важно, полезно, интересно? Окей, друзья, вы были активные, мне сказали, что у вас немножечко так, ну как-то вот надо посетить мероприятие. А кто просто от души, правда, провел эти полтора часа? Ну я очень рад, знаете, для спикера это очень важно, а когда ты отдаешь, а люди принимают. А, контактики, добавляйтесь, задавайте вопросы, всегда отвечу или покажу, что. Подарки от меня. На ораторском будет по-другому. Приходите.